Добрый вечер, зрители всех возрастов и национальностей. Сейчас вас ожидает короткий репортаж о репетиции одной из самых популярных организаций КИМЭПа ГАДА. Жубека, тебе сколько лет? Мне 18 недавно исполнилось. 18? Ты не выглядишь на 18. Занимаешься чем-нибудь еще, кроме танцев? Вообще, я занимаюсь оперативной обороной. И вот. Оперативно это что? Оперативная оборона — это айкидо и джиу-джитсу вместе айкиджитсу. Ничего себе, ясно, я не знала даже. То есть ты любого можешь положить на лопатки, да? Пока нет. Ну, ты готовишься к этому, да? Ну, тебя да. Сейчас такой немножко странный вопрос, да. Вот если бы ты могла бы быть мешком с капустой, то с какой именно? Брокколи, да, она диетическая. Брокколи? Ясно, хорошо. Кто, по твоему мнению, вообще самый талантливый танцор в КАДА? Очень сложный вопрос, потому что у нас на самом деле все очень талантливые. Весь круг общения, вся среда очень талантливая. Я когда впервые поступила сюда, когда просто участвовала на репетициях каких-то, на базах музыкальных, где инструменталисты, вокалисты репетируют. И поначалу мне просто было непривычно, потому что меня окружало столько талантливых людей, что я себя чувствовала. Ну, ты тоже наверняка очень талантливая. Ну, если я здесь, так... Лейла — это мембер КАДЫ, ее называют самым сладким мембером КАДЫ. Так, Лейла, типа сколько лет? 18. 18? Да. Ты тоже не выглядишь на 18, короче. Да. Говорят, что плохому хоккеисту мешают коньки, а что, по твоему мнению, мешает плохой танцовщице? Неудобные кроссовки. Неудобные кроссовки, да? Хорошо. А танцору? Танцору? Не знаю, слишком большие штаны или слишком большая футболка. Ясно. Да. Приходите на концерт КАДА, который состоится 21 апреля в филармонии имени Джамбула. Give it to you. Fuck, wait for you to get it. JB!